Радуйся, радуйся свету, радуйся, больному ветру, радуйся. Главную новогоднюю елку привезли с улицы Урицкого. Высота ели более 15 метров. Ярких шаров на елке более 600. Также ее украсили новой гирляндой. Вокруг установили забор с героями советских мультфильмов. Обновили в этом году шары, вывесили шары тоже. Преимущество, если можно посмотреть, это преимущественно разноцветные, да, большие, огромные шары. Детские игрушки у нас тоже украшают развешанные, которые... Победители конкурса и призеры конкурса «Новогодние игрушки» вывешены на площади, на елке, на площади партизан и на елке в районе Тюза. Для детей организовали яркое новогоднее представление, которое провели Дед Мороз, Снегурочка, Веселый Снеговик и Царевна Несмеяна. Но в этом году от традиционного парада Дедов Морозов пришлось отказаться. Раньше у нас открытие было, мы проводили парад Дедов Морозов, да, и приглашали все школьные представители школ района. Ну и, к сожалению, вот эти ограничительные меры. Мы пригласили, конечно же, и детей. В первую очередь, это их праздник, да. И, видите, все люди, те, кто помогал нам в украшении района. Мальчишки и девчонки танцевали, пели песни. Кульминацией праздника стало зажжение новогодней елки. Дорогие жители города Брянска, мы со Снегурочкой поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам никогда не болеть, побольше улыбаться, проводить время на свежем воздухе и испытывать только потрясающие настоящие эмоции. Всего вам самого наилучшего в 2022 году. С наступающим вас Новым годом! Валентина Матвеевская, Виктор Левченков, события Брянск.